Сегодня 28 сентября. Показать, как мы это все заделаем сарай. Готовим его к пользованию. Видите, как пришлось сделать наклон, потому что он весь наклонился. Мы его подперли. Вот. Здесь везде поставили стояки. Время-то идет, но он на железных подпорах не упал. Вот сегодня первый раз затопили русскую печь. Дыма даже и не видать. Вот он дом. Бывший Калашников, теперь Пащенко Владимир. Вот показать заходим мы. Предбанник почти что. Пока все разбросано, инструмент. Все, абы как пока, потому что идет стройка. Вот сейчас вот русскую печь. Мне только яйца, я не знаю, куда ставить. Тут все везде холодно. Что? Ну тесто-то. То ли сюда его поставить. Ну, я тоже не знаю. Дело в том, что ему тепло нужно. А вот так вот. Ну. Так, там огонь горит. Маленько уберу эту жестинку-то. Вон она как. В конце. Эту печку я делал когда-то. Моя работа. Это бандаж один не могут привезти. Вот такой вот. Вот посередке. Его не было в магазине. А Игорь торопится. И вот 2 метра трубу не можем поставить. Пока там 1 метр. Вроде тут тесто мочит. Смазал маслом растительным. Так, на 3 входит по длине? Должно, там длинная она. Вот видишь, как надо все приноровиться. Конечно, входит. Тут комната закрыта на замок. Там ребята Устиновы держат пока свои вещи. К весне определяться. Здесь... Ставили лаз под пол. Только маленько отниму я его. О, там не видать даже. Комарики подлетели. Новые лаги все просмолили. Тут полностью все сгнило. Все. До самого последнего. Ну, эта комната. То ли везде надо менять, то ли нет. Отчасти обои. Вполне бы еще подходящие были. Ну, где-то маленько что-то тут птички садились на что-то. Ну, разлетали, все открыто было. Вот так. Трубы тут остались. Если котел будет, будет обогревать. Хотя дверки не открываются, все замуровано для прочистки. Никак. Заржавело. Это надо что-то делать, открывать как-то. Опять барабашу. Вот хорошо, что остались вверху иконы. Крест. В виде креста. Иоанн Кронштадтский, Христос, Божья Матерь. И там видно Пантелеимон. Это как сделали. Работы много, тут еще чистить, брать, но главное, что полы здесь из сороковки, настоящие полы, настоящие лаги, снизу проантисептировали отработкой, купили заводской антисептик, но не стали его делать им. Ну все, пока, да? Да. Еще раз заглянем в печку. Приятно смотреть, как огонь горит. О! Вот нагревает печь. Тут по всем правилам сделано. Видите? Огонь как идет. Здесь 40, кажется, 8 сантиметров. А там повыше, 51. Ну, это я учился на это, знаю. И... Вход должен быть туда повыше, чтобы кислород попадал.
Вот задвижки нету, тут утащили. Двери-то открыты были. И вот здесь вот охотники. Вот выходишь в баню, и они тут на земле положили кирпичи, развели огонь. Тут разводили огонь. Я говорил, что или предлагать им, чтобы где-то построились, или приглашать, дать знать, что пустят их. Ну, не курящие, чтобы не курили, если курящие. Вот так. А иначе они будут пакостить тут. Это люди не особо будут миндальничать. Где нужно, оружие применяют. И не нужно.